Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, аминь. Просвети мы-то, люди, Пасха Господня, Пасха, он светил по жизни, и от земли на небо Христос, и Бога наш привел есть победную пою. Старообрядческая община города Семенова Горьковской области зарегистрирована 3 года назад. Но официальное признание не разрешило всех проблем старообрядцев. Богослужения они вынуждены совершать в простой избе, хотя церковное здание в Семенове существует. Построенное до революции, оно в 1938 году было отнято у общины и превращено в склад. 3 года верующие не могут добиться, чтобы им вернули храм, который готовы восстановить на свои средства. А ведь они в этих краях не чужие. Более 300 лет назад, еще в допетровские времена, раскольники, как их тогда называли, не приняли новое исправленное православное вероучение. Они бежали сюда, за Волгу, от гонений и преследований. И здесь, в глухих лесах, на берегах реки Керженец, селились, строили избы, возводили храмы. В историко-литературном музее города Семенова можно увидеть все то, что сохранили староверы до наших дней. Предметы духовной и материальной культуры, старинную утварь. К сожалению, современники не всегда проявляют уважение к верующим и готовность им помочь. Вернуть старообрядцам храм, искони им принадлежавший, городское начальство не торопится. Говорит член общины Михаил Сергеевич Осьмушников. Община обращалась и к местным властям, то есть в райисполком, 3 заявления подавала, и в облсполком, в обком партии с подписями 1500 жителей города Семенова и района. Вот. 750 пожертвований собрано, это около 15 тысяч. Потом обращались в Совет по делам религий, Верховный Совет, но так пока вот ниоткуда помощи и нет. Надо услышать их и помочь. Они люди, и им нужно внимание. Они верующие, и им нужен храм.